Всем добрейшего утра. Видите, мы в таком с вами милейшем месте находимся. Кроссовки, о, я их уже не мою. Я уже когда выйду отсюда, вымою их полностью, выстрою под канистрой, поставлю под печку сушиться потом. Вот. Вчера вот здесь, когда разворачивался, так даже буксанул под горку. Чуть подъемчик, все, грязь. И не хочет ехать. Ну не то, что не хочет, но так. Ой-ой-ой-ой-ой. Никуда не наступить. В общем, время уже почти 9. Работают ребята тоже с 8. Позвонил. Говорит, да-да, мы знаем, что вы тут. Ждем доктора. Должен приехать доктор сюда. Карантинщик. Ну, я правда не знаю, зачем на Белоруссию ФИТО. Ну, здесь вот такой порядок. Фитосанитарный сертификат обычно делают, ну, на Европу едешь, когда, чтобы на границе оформление пройти. Ну, мы ждем. Я что-то думал, что сегодня до обеда загружусь, но думаю, что вряд ли. Если только в 10 доктора заберут, пока сюда привезут. Короче, как будет, так будет. Что тут буду-то вступить толочь? Значит, так надо. Видите, мы уже такие мурзатые-мурзатые. Чумазые-чумазые. Ну правильно, а что? Дорога, да? Оп. Там вон барбосы меня охраняли сегодня все утро. Правда, я к ним не хожу. Они на цепочке и гавкали на меня. Машинка грязненькая, рабочая. Автономочка цыкает, все хорошо. Погодка вроде как. Главное, что не сыпет ничего сверху. Дождя нету, что сейчас грузится будет. Когда сухо на улице, полегче. Все, мы в ожидании. Ждем, когда дадут команду, где стать. Я, как мне сказали, вот там вот, где белая машинка стоит, там с тех ворот прямо к пандусу подъезжаешь и будут сбоку завозить. Примерно вот как-то так. Ждем. Сколько железа-то? Ой, можно увезти. Друзья, без 20:11 поехали под загрузку. Ну, вариантов, шансы, что мы уедем сегодня, весьма-весьма минимальны. Тут что-то ФИТО какое-то, я вообще не понимаю, нафига на Белоруссию ФИТО? Мне непонятен этот перформанс, но им виднее. В прошлый раз они тоже ФИТО делали. Я так подразумеваю, что останемся мы с вами стоять до завтра, до пятницы. Сегодня, кстати, четверг. А, 30-е. Сегодня последний день сентября. Сейчас подгоняем прямо вплотную к рампе. Ну, не к рампе, к этому рампе, да. Борта будем снимать. Что говорит, не буду продолжать, что он говорит.
хорошо. По рампе-то тут ходить по сухому. Главное не тирануться. Да, еще плотнее, я не знаю. Уже плотнее я не подъеду. Пойду, в общем, расчехляться. Как раз первый борт стоит, да, напротив выезда. Может, еще чуть назад. Да, тут еще плотнее. Плотнее уже все. Не получится. Ну, куда тут еще плотнее? Ну, можно еще, конечно, 5-10 сантиметров, но пойдет. Борта скидываем, и все, и отсюда грузит. Будет нормально. Окей, можно расщепляться. Переодеваемся, расщепляемся. Будем немного арбайтер. Идет процесс, идет. Наверх будет еще одна пачка. Мы две нижних связали. Ну, дело в том, что это уже обработанное дерево. Оно скользкое, поэтому мы как бы нижние тоже закрепили. И на верхнюю пачку пойдет 4 ремня. Я считаю, это вполне достаточно будет для первой. Потом протянем вперед, загрузим эту часть. И все должно быть как в лучших домах Парижа и Лондона. В общем, осталась одна пачка. Здесь уже все завязано, увязано. Вот две стоит. И вот еще одна. И все. Вот еще 4 ремня на нее кинем. И все будет. Должно быть огонь. 12 часов дня, мы уже загружены. Почти. По итогу вот так все это выглядит. Не, загрузка красивая, мне понравилась. Ничего не надо тут лепить, ничего, пачки аккуратные. Все стоит шикарно. Никуда оно не денется от слова совсем. Поэтому можно даже будет не останавливаться, не перетягивать. Сколько вожу доски, никогда не перетягиваю. Стало зачехлиться. И на этом все. Возможно, пойдем сходим на рыбалочку. Возможно. Как бы вот и все. Время без 10 час. 8 плюс 5, 13, да, местного.
Все, мы загружены. Сейчас вот выедем там. Я когда заезжал вчера, видел бугорок там. Ну, на бугре там площадка асфальтированная. Говорят, ну здесь типа машины могут приезжать туда-сюда. Ну, загружена где-то 20 с половиной. Сейчас она еще тут утрамбуется немножко. Как бы вот по весам что показывает. 16 с половиной. Плюс грубо 4, там 3 с половиной. Ну 20-20 с половиной тонн. 8 с половиной на вторую, 19 на телегу. В общем-то практически идеально. Ну почему бы и нет, да? Финик такой. Здесь, чтобы не стоять, не мешать, ориентировочно документы будут завтра. Говорю, отдайте мне ЦМР-ку, а эти все Фита, Шмидта, вот это все, что вы там хотите делать, это все высылайте потом. Как она хребет эти моря. Высылайте потом почтой. Танки грязи не боятся, да? Но не хотят так делать. Че, подымешь, не разгоняясь? Куда ты денешься? Конечно, подымешь. Зимой тут видно хорошо подыматься. Особенно вот в этот бугор. Когда здесь скользко. Ну тут с разгону надо, это я ж потихонечку. А так вот, здесь площадка асфальтированная. Прекрасно, мы сейчас тут встанем. Вот этот пятачок. И все. Там дорога открыта. И здесь у нас проезд открыт. Танки грязи не боятся, да? Скамейка. Вот это мурзатая такая. Боже, боже. Ничего, помоем потом. Не знаю только когда. Это не обращается внимания, что шипит. Это она уровень восстанавливает. Это шипение сейчас прекратится. Это не подушка. Это просто она стоит под уклоном, и поэтому... Уровень, уровень. Вот, все, ждем теперь. Сейчас посмотрим, наверное, перекусим. Переоденемся, перекусим. Мы, как всегда, в рабочем. И, наверное, пойдем на ангару сходим. Но на ангаре-то мы еще не рыбачили, почему нет? Надо же как-то время проводить. Сказали, рыба есть, щука есть. Пойдем покидаем. Часика 2-3. Слышь ты как? Скрипит. Уровень восстанавливает. Потому что стоит не так, как надо. Не на ровной поверхности, под уклоном. Вверх, вправо. Все, умываемся, переодеваемся. Кушаем. Ведь уже почти не шипит. И пойдем на речку. Вот туда чуть спуститься, вот там я стою. А вон река, ангара. Тут все рядом. В этот раз не одевал свою красную жилетку.
что-то думаю, что это она всю рыбу распугала. Я как к берегу подойду, они все сразу на другой берег убегали. Я про Элим имею в виду. Да и Лена тоже. Иду вот. Ну, под осень не сильно косит, конечно, куртка, но во всяком случае не такая яркая. Пойдем. Побросаем. Время 2 часа. Пару часиков. 2-3 часика можно потусить по бережку. А потом придем и будем лежать. Я думаю, что мы сегодня не уедем. Почему-то мне так кажется. Если даже документы в 6-7 вечера привезут, я уже сегодня не поеду на ночь. Нет никакого смысла в ночь ехать. Да еще по этому бездорожью. Если привезут сегодня вечером, рванем с утра, с рассветом. Или уже когда там. Короче, как привезут, так привезут. А пока пойдем. Вон дорога на мост, вон та. Ну а мы сейчас вот по этой и налево сюда, и прямо к речке. И выйдем. Вот, братцы, вот Усть-Илимская ГЭС. Сброс воды, не знаю, хорошо вам видно, нехорошо. 6 шлюзов открыто. Павел, который подъезжал, он предлагал, говорит, приеду, заберу, съездим туда. Ну, в принципе, что мы там уже не видели? Мы видели уже Красноярскую, Братскую. Вот она, Усть-Илимская, сбрасывает. Тем более, говорит, близко к ней подойти нельзя. Вот там город, сам город Усть-Илимск, жилая часть. Ну, мы находимся на мосту, через который назад поедем. Разведка берега, так сказать. Ну что, попробуем, наверное, вот прямо вот к берегу выйдем. И где получится подойти-то, хоть не знаю, может, какую, в ту сторону. Не, в ту сторону. Там берег скалистый слишком. Короче, попробую здесь спуститься. И, ну, побросаем вот этот приборчик. Глядишь, может быть. Я спросил там у парня неместного, он говорит, что, говорит, на что ловить? Говорит, на блесна зеленая есть? Я говорю, в Греции все есть, кроме грецких орехов. Вот, говорит, на нее покидай. Ну, попробуем, что получится. АГС, ну, вон она. Все мы это уже видели, да, сброс воды, все красиво, но уже не ново. Да и отвлекать человека не хочется от дел насущных. Можно пешком сходить, но, правда, далековато, согласитесь, далеко пешком. Это нам? Не знаю, вряд ли. Пойдем на берег речки. Здесь, смотрите, какой берег классный. Отвесная скала и сразу в воду. С той стороны заметил, ради этого пришлось сюда гору пересек. Нехилая такая речка. Речка, река. Лес. Пылит. Шикардос просто, да? Вообще красота. Давай отсюда спиннинг попросаем. Какая красотень. И сразу глубоко. Ну, здесь сразу глубина. Тут хрен спустишься. Не, пойду на ту сторону, конечно. Там тоже такой же берег, оказывается. Вот если дальше посмотреть. И в ту сторону. То есть у меня как бы тут не очень большой участок, где можно подойти. Мы будем пробовать. Специально пришел посмотреть вот на это зрелище. Шикардос. Ну что, начнем отсюда. Блесна зеленая. Мы под мостом. Говорят, под мостом надо рыбачить.
Только вот не знаю. Ну сейчас как-то попробую сюда на этой камушке спуститься. Что из этого получится? Главное не нырнуть. Вода холодная. Ну что, начнем? Развлечение. Симпатичное местечко, правда? Такое. Так понимаю, здесь на донке ловят, наверное, прямо с этой скалы. Кстати, 4 шлюза открыты. Было открыто 6. Открыто 4. Здесь течение очень сильное. Здесь такое прямо... И мелко, здесь мелко. Здесь вот мелко, там вот ямка. А больше я и не знаю, куда здесь может подойти. Здесь, видите, здесь такой как перекат. А вот там вот ямка. Ну, не знаю. Я уже тут все обкидал. Время уже 5 часов вечера. И на вертушку, и на одну блесну. Кстати, одну блесну оторвал. Мог бы сказать, конечно, что на нее кто-то клюнул. С такими глазами. Нет, никто не клевал. Просто оторвал. Получается, сюда закинул, сюда вот внутрь. Ну, видно, не мое это. Куртка не помогает. Там все вкидал тоже. Часть по 7. В том направлении обратно сажу. На эту глюку я там еще не кидал. И на воблер, и на вертушку, на все бросал. И не судьба. Что можно попробовать завтра прийти с утра. На утренний клёв. Есть, так все есть. Ну, видно, что там ловят в этом месте. Но нет выбора. Обратно, да, уже все равно идти, если там я никуда не подойду. У меня уже даже мысль возникла, может пойти у местных какой-нибудь здесь найти, там щупачка какого-нибудь купить, зацепить его. И о, смотрите, кого я поймал. Ну ладно, зато красота, огонь. Да, а шлюза 4, 2 закрыли. Видите, в Братской было 4, 2 осталось. Здесь было 6, осталось 4. Ну, пойдем еще вот туда побросаем.
часика полтора-два. Здесь кидать не буду. Здесь я ее среди этих коряк. И эту блесну оставлю. Скорее всего. Пойдем вот где эта ямка, где леска была. Там еще покидаем. Свое удовольствие. Вот тут получается. Вот здесь. Вот здесь как бы вот течения нету. Ну, логически можно рассудить, что тут ямка. Вон леска, видите? Кроссовки намочил, все как положено. Ладно, попробуем еще здесь. Потом, может, еще туда. Обиделся. Короче. Оторвал вторую блесну. Зацепил за что-то. Там же коряги, кусты всякие плавают. Все, оторвал, обиделся. Две блесны ангара забрала, хватит. Мой улов еще, значит, либо не родился, либо еще подрастает, пускай. Осторожно, лесовозы. Осторожно, дровосеки. Все. Рожденный ползать, летать не может. Сегодня точно. Вот. А мы стоим до завтра. Фита ждем. Так я не понимаю, нафига нам нужно твое фита. Но сказали, без фита уезжать нельзя. Фитик должен еще раз приехать. Он уже приезжал, смотрел. Вроде еще раз должен приехать. Короче, по итогу пошли спальник мясо. Что-то я сегодня уже и подустал. С утра это загрузка. Потом по этому берегу, как сайгак по этим горам поскакал. По камням ноги вымочил. Короче, полный кайф. Привет. Скучала? Я да. Говорит, заезжай туда внутрь. А я че надо буду заезжать? Стою здесь. На сухом. Кому я тут надо? Все, сушим весла. Сушим ноги, включаем автономку и будем отдыхать. Не факт, что завтра и с утра уедем. В лучшем случае к обеду. Это в лучшем случае, да? Красота. Привет всем. У нас суббота. Какое сегодня число? Второе? Второе октября. Ну, я так понимаю, это самая центральная улица города Усть-Илимска. Тут вот дома такие побольше стоят. Площадка игровая, там стадион. Реконструкция, наверное. В общем, что? Мы бичуем. Так, нам документы и не сделали. Какая-то загвоздка с фита. Без фита нас не отпускают. На все мои уговоры. Отдайте мне ЦМР-ку, отпустите. Фита вышлите потом. Отказ. Нельзя. Как бы фитик должен посмотреть. Ну, как бы он уже смотрел. Якобы еще раз должен посмотреть. Короче, мы попали, как кое-что в рукомойник. Делать нечего. Ходим вот. Гуляем. Но особо-то гулять-то негде. Я так понимаю, больше смотреть нечего. Ходил на почту, документы отправил. Сейчас пойдем съестные запасы пополним. Вот, и будем стоять. Возможно, до понедельника. Ну, невозможно. Он говорит, что может быть сегодня решится. Что сегодня уже не решится, сегодня суббота. Никто в субботу ничего делать не будет.
никакой физики. Если не смогли решить за четверг пятницу, то, естественно, за субботу никто ничего не решит. Поэтому наше дело теперь стоять. Неприятно. Тоскливо. Ну, вариантов нет, так что работа такая. Что делать? Будем стоять. Сейчас в магазин заходил, там смотрю, картошка есть вареная. Сейчас купим вареной картошечки. Готовой, чтобы не варить в кабине. Ну и что, считайте, сегодня уже суббота, полдня прошло. Уже время почти час. А там еще немножко, еще чуть-чуть. И в воскресенье перебичуем. А что делать? Ну, конечно, кто-то попал на простой. Особо от этого не легче. Ну, слава богу, что за бортом-то не минус 30. Тоже дорожки строят. Вот, а мы вон там. Отсюда, я не знаю, видно, не видно. Вон где, вон те, вон здание. Вот там вот. На том берегу. В тех кустах где-то там спрятались. Стоим. Вот. Автономка работает. Солярка есть. Аккумуляторы хорошие. Можно стоять. Раз так получилось, деваться некуда. Да, это вот центральная улица, она тут одна. Дальше уже все начинается, частные дома там туда-сюда. Ну, там еще на горке что-то есть, вон там какие-то дома стоят. Но я так понимаю, это центральная. Вот там где-то уже магазин нашел, оттуда меньше нести. Пойдем затаримся. Ну что, пошлепаем обратно в машину.